Я что очень feliz, что контент. Я доволен, я счастлив, потому что у Анжи знаменитая история. Это большой клуб, он будет бороться за высокие места в русской лиге. И я буду счастлив участвовать в борьбе за эти места. Как вы оцениваете свое нынешнее состояние и как скоро готовы будете выйти на поле и сыграть? Я в нормальной форме, естественно, из-за отпуска я не тренировался какое-то время, но 4-5 дней я буду готов в форме. Хотелось бы попросить болельщиков Анжи, чтобы они приходили за нас болеть. Неизбежно будут сложные моменты в команде, и в эти моменты нам будет нужна ваша поддержка. А что касается меня, я буду работать и буду стараться забить как можно больше голов за Анжи.